Шариковой, она моя ученица, и на втором курсе уже музыкального колледжа в Химки учится. И она заняла второе место на конкурсе в институте, проходивший имени, посвященный Листу, произведениям Листа, потому что в этом году 200 лет рождения этого композитора, замечательного великого композитора Ферриса Листа. И вот сейчас она сыграет Лист Нуралиев.
Шопен, революционный этюд.